Всем привет! С вами Космик Бани. В этом видео я распакую посылку по обмену от MLP LifeFin. История сделки очень долгая и забавная, но скажу кратко. Мне было трудно выбрать, на что меняться. Процесс договора начался в мае, но из-за проблем с почтовыми границами пони пришли только сейчас. А мои куклы еще в пути. Тем не менее, я безумно рада пополнению в коллекцию и желаю скорее распечатать пакет и достать фигурки. Первое, что бросается в глаза, это автограф Фимы. Вы бы знали, насколько я сейчас счастлива. Следом откроем лошадок. Таких больших посылок мне ранее никогда не приходилось распаковывать. Это очень приятно и волнительно. Перед вами Свити Белль. Маленький белый единорог с сиренево-розовой гривой и зелеными глазами. Не могу точно сказать, из какого набора, но пони очень милая. С ней шел зайчик от первого выпуска Флаттершай. Вторая фигурка – Star Song. Это фиолетовый пегас из 3,5 поколения. Грива сочетает в себе оттенки ярко-розового, фуксии и сладкой ваты. Глаза голубые. На теле изображены рисунки нот и звезд. Также написано имя. Она выпускалась в коллекции Twice as Fancy 2009 года. Следующая – Silver Glow. Это лошадка G3 2006 года. Ее тело бледно-василькового цвета. Грива бело-синяя. Имеет люрекс. Кьюти-марка – звездочка, окруженная снежинками. Она является прародительницей собственной позы. Все пони очень разные. На их сравнение уйдет много времени, поэтому я просто покажу всех в одном кадре. Арина очень терпеливый, вежливый и добрый продавец. Все фигурки пришли в идеальном состоянии. Ссылка на ее группу будет в описании. На этом ролик заканчивается. Всем пока!